камень, ножницы, бумага. Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать Альтер Хроноса от Такары Томи. Вы знаете, что у нас есть Cognite K3 от Hasbro, и вы спрашивали у нас, зачем же мы купили от Такары Томи. А мы купили, потому что нам интересно сравнить, чем же они отличаются и какой будет сильнее, Hasbro или Такара Томи, да? Сейчас быстренько распечатаем, сравним. Будет ничья. Да? Да. Не, ну кто-то же должен победить. Быстро распечатываем, наклеиваем наклеечки, да? Сейчас быстренько наклеим наклейки и будем сравнивать, да? Так, какой у него наконечник такой, прямо оранжевый. Итак, наклейки мы наклеили на Альтер Хроноса. Вот мы их двоих разобрали. Давайте их немножко сравним. Вот энергетический слой Альтер Хроноса от Такара Томи, а это Cognite от Hasbro. В принципе, крышки практически одинаковые. Только это темнее, это светлее. Да, ну это ты уже у нас немножко попользованный, да, уже сражался во многих битвах. Конечно, с наклейками, мне кажется, смотрится немного ярче. В принципе, разницы практически нет, да, Эля? Силовые диски тоже у них одинаковые, только разница в том, что Альтер Хронос, он только с упаковки, и его силовой диск еще блестит как новенький, да? Да. А у Hasbro уже он такой немножко у нас побитый жизнью. Так, вот у Эдика в руках два драйвера. Вот этот выше, кстати, можно заметить, такой выступ есть. Да, они отличаются. А этот ниже. Особенно отличаются тем, что у Такары Томи прозрачный драйвер, а у Hasbro матовый. Да, почти у всех. Ну, такая то, одного четвертого. Это у нас Ахиллес. У него не такой, не прозрачный наконец. Ну, давай их соберем, Эля. И посмотрим, кто из них тяжелее. Сейчас взвесим Cognite от Hasbro. Он весит ровно 40 грамм. Держи. А Альтер Хронос от Такары Томи весит 41 грамм. На 1 грамм всего больше. Может даже какая-то погрешность быть. В принципе, 1 грамм, я думаю, роли не сыграет. Но посмотрим. Сейчас начинается сражение. Так, у нас первый бой. Будет всего 2 боя. Мы с Эдиком поменяемся, да? Во втором. Каким ты хочешь играть? Я хочу от Такара. Эдик берет от Такары Томика, Cognite Альтер Хроноса. А я беру Cognite K3 от Hasbro. Играем до скольки? До трех. Все, играем до трех очков. Поехали. Первый раунд. 3, 2, 1. Ого. Ой. Давай. Ой, мне кажется, массивный. Так, ты нет, знаешь, это мой. Где чей? Это мой, это твой. Уверен? Да. Ну, сражаются они наравне, мне кажется. Но мой уже выдыхается. Из-за это того, точно что мой. Мама, знаешь, почему у меня больше кило на 1 килограмм? Вот. Он чуть-чуть выше. Ну, не знаю. Может быть. Так, счет 1-0 в пользу Альтер Хроноса. Второй раунд. 3, 2, 1. Ну. Да, мне кажется... О! Кто взорвался? Я. Ничего себе, вот это Cognite. Счет 2-1 в пользу Cognite от Hasbro. И у нас с Эдей третий раунд. 3, 2, 1. Вот, вот немножко подпрыгивает, аж тарахтит. Сталкивается. Ну, сможет ли в этот раз Cognite разбить твоего Хроноса? Нет. Они как два брата-близнеца. Да, нет. Твой победил, он немножко выносливый. Счет 2-2. И следующий раунд. 3, 2, 1. Давай, Альтер Хронос. Как на это, Эдик тоже сильный. Ого!
это да. Я тебя взорвал. Эдик взорвал Кагнайта, точнее Альтер Хронос. В этом бою побеждает Альтер Хронос от Такары Томми. А сейчас, Эдди, мы поменяемся. На тебе запускалку от Хасбро. На тебе от Такары. Первый раунд. 3, 2, 1. Вперед! Ой, вот это я запустила. Вот это я запустила. Ого! Я боюсь, что они сейчас так столкнутся. Круто! Вот это да! Так, ничья? Да. Тебе понравилось? Да. Вот это они дают. Так, где чей? Так, у меня Хасбро. Подожди, у тебя Хасбро. Да. Мы с Эдей перепутали, где какие чьи детали. Первый раунд ничья, второй раунд 3, 2, 1. Ну, давай. Может ли в этот раз победить? Ой! Ой, ничего себе. Да ты, мама, меня взорвала. Да я поняла. Мне кажется, что немножко, наверное, сильнее, да, от Такары Томми. Угу. Или просто у меня был супер запуск. 3, 2, 1. Это на этот раз у меня был супер запуск. Какой-то был непонятный раунд. Счет у нас 2-2. Да, четвертый раунд. 3, 2, 1. Давай. Огнай. Я так. Да и мама меня взорвала. Получается, мама выиграла. Получается, победила не мама, а победил Альтер Хронос. Ты когда не миграл, ты не выиграл. И я когда не миграла, выиграла. Как видите, ребята, Альтер Хронос от Такары Томми оказался сильнее. Но нам с Эдиком так понравилось играть, что мы хотим еще один провести бой до 3 очков. Но у нас дилемма. Я хочу играть Альтер Хроносом, и Эдик хочет ним играть. Поэтому сейчас мы на камень-ножницы-бумага решим, кто же будет ним играть. Камень-ножницы-бумага и колодец во дворе. Так. Я вам видим. Я играю от Хасбро Кагнайтом, как К3. А Эдик играет Альтер Хроносом от Такары Томми. Я очень хочу, чтобы в этот раз победил Кагнайт от Хасбро. И сделаю все для этого. Первый раунд. 3, 2, 1. Давай, Альтер Хронос. Альтер Хронос как-то начал атаковать. Сейчас он быстро выдохнется, и Кагнайт сможет победить. Ага. Кагнайт вот победит. Я решил тебя поатаковать, пролезть. Смотри, по-моему, ты выдыхаешься. Да, ура! Ура, мама, Кагнайт победит. Счет 1-0 в пользу Кагнайта. Второй раунд. 3, 2, 1. Эдик мне переставил наконечник в другой режим. Сейчас мой Кагнайт активно атакует. Хотя нет, по-моему, Альтер Хронос больше атакует. Альтер Хронос. Эдя, что-то ты плохо запустил, и ты проигрываешь. Ну, это ты сядешь на наконечник. А ты себе тоже переставил наконечник? Давай поставим их в одинаковый тип сейчас. Счет 2-0 в пользу Кагнайта от Хасбро. Третий раунд. 3, 2, 1. Ой, мама Кагнайт начала атаковать. Бешеная. Твой молодец. Держится центра арены. Приберег, наверное, силы. Два титана. И чей победил? Эдика. Альтер Хронос победил. Счет 1-2. Четвертый раунд. 3, 2, 1. Давай, Кагнайт, расти. Это был Кагнайт. А у него были все шансы выиграть. Но, как ни крути, Альтер Хронос у нас сильнее оказался. На такой печальной ноте мы заканчиваем наше видео. Да, для меня печально, потому что я хотела, чтобы Кагнайт хоть один раз выиграл у Альтер Хроноса. Мама, зато ты 2 раза выиграла, Эдди. Не, чего это? Ты 2 раза вот. Неважно, кто выиграл, я очень болела за Кагнайта, мне почему-то хотелось, чтобы именно он хотя бы раз, но победил.
Но ничего, будем играть еще, пробовать какие-то другие тактики. Наверное, все-таки этот один гран решил долю Когнайта. Что? Точнее. Альтер Хроноса. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Мы вас любим. Всем пока!